Всем привет, с вами Ольга Чернова. Сегодня я уже показывала, что я открыла все свои тоннели, в которые выращивала рассаду с апреля месяца. Сейчас я хочу подробно остановиться на том, какой рассада получается и почему она получается такой большой. Именно вот эту рассаду, которую я выращиваю на улице, я использую и для себя. Сейчас я ее высажу, и за счет того, что она находилась уже целый месяц на улице, она не будет болеть при пересадке. У нее очень здоровая, развитая корневая система. Смотрите, какая. Она полностью выросла на снеговой воде. Мы ни разу не поливали ее ни из какого водопровода и вообще не поливали. Она была на самовыживаемости. Грядка была закрыта в течение месяца, и рассада там росла. Вот именно из этой рассады получаются самые крепкие, самые здоровые растения и ранний урожай. Она, как сказать, в экстремальных условиях, как начала расти, она и дальше будет при дождях, при похолоданиях чувствовать себя нормально, потому что лучшей жизни она не видела, она уже была на улице. Я сейчас вот эту рассаду высажу для себя, и я больше чем уверена, что она раньше, чем та, которая в комнатных условиях я выращивала, даст мне урожай. На будущий год весной я все подробно опишу, как я делаю тоннели, как я высаживаю, какими пленками укрываю. И кто захочет какую-то часть рассады вырастить таким способом, пожалуйста, читайте, заходите ко мне в Одноклассники на страницу, набирайте Ольга Чернова, 56 лет, город Бийск, Алтайский край. Все про выращивание рассады без теплицы в тоннелях у меня на странице есть. Много видео, и как она морозы переживала, как я ее высаживала. Вот сейчас, как открыла, показываю все. Вот такая прекрасная.